иностранных самолетах не хлопают. Не хлопают? Да. Это только в русских. В чартерных всегда хлопают. Вот. Летали в турпоездки когда? Дамы и господа, наш самолет совершил посадку в аэропорту города Владивосток. Местное время 7 часов 20 минут. Разница во времени между Москвой и Владивостоком плюс 7 часов. Температура воздуха минус 1 градус. В интересах вашей безопасности просим вас оставаться на своих местах застегнутыми ремнями. До выключения того застегните ремни. Пожалуйста, при выходе из самолета не забывайте свои личные вещи. Обращаю ваше внимание, что первыми к выходу приглашаются пассажиры класса бизнес. Надеемся, что полет доставил вам удовольствие. Мы будем рады новой встрече с вами. До свидания. Далее, Чехан, обратно, если что-нибудь от Владивостока, работа Local Time и 7.20 AM.